Земельный реестр Ее Величества приоткрыл завесу тайны над проектом Digital Street, для которого блокчейн станет главной опорой. Национальный земельный реестр Великобритании рассматривает вопрос тестирования блокчейн-технологий, и в ближайшее время департамент начнет испытание проекта в реальных условиях. Digital Street будет направлен на практически мгновенное проведение операций по изменению информации о собственности. Данная система также позволит земельному реестру хранить больше децентрализованных данных.